Κεραυναίων, βία! Τι το έστει! Τη μηχανάστε, είναι εξέλιξη. Баек, ты выглядишь устала. Как тут наша вдова? Славно, как видишь. Нужно ценить даже малые радости. Только они нам остались. Баек, Флавий был здесь. Но это далеко не худшее. Матери и жены храма больны и плачут на улицах. Их мольбы о встрече с близкими не слышат. С каких пор? После появления Флавия? Да. Сможешь поговорить с Криусом? Он служит водоносом в храме. А я пойду к жрице Мелитте. Она весьма рьяная, но вряд ли станет мучить больных и умирающих. Береги себя. Я вернусь после разговора с Криусом. Стража держит ухо востро. Криус, что Флавий сделал с тобой? Очнись! Где Флавий? Где он? Улетай прочь, ворон! Этот проклятый римлянин испоганил еще одну жизнь. Шепот! Шепот! Что? Мелита! Гадюка посоха! Жрица? Нет! Нет, господин Флавий! Прошу!
Проксила! Проксила! Хватит вопить! Больным нужен отдых. Проксила! Ладно, ладно. Давай потише. Она ушла поговорить со жрицей. Нет! Жрица! Змея в яблоке! У нее! Она спрятала их! Ложь и шепот, тайны, скрыты! Святилище шепотов! Это ты довел несчастного до безумия? Проксила сказала, куда пошла? В горы, но... Поможешь ему? Я пойду. Отыщу святилище шепотов. Вижу нашу прощимость. Ты симбанес? Энес, нельзя! Ты представляешь, насколько это ценные люди? Тебе кишки! Освободите!
правил! Рим сияет! Рим вечен! Вами есть Рим! Прибыл великий благородный Плавий! Прибыл Лев! Тот, кто рядом с Гелиосом, несущий мир, вестник войны, освободитель этих земель! До него все было бесплодно! Наши земли и наш скот! Voilà! Ti mi ave! Ti mi manere! E dopo vos incontro! Provinte ivi! Si reverso sfuleris! Con i vostri amici! Значит, тайна в горах. Надеюсь, Проксилой и остальными все в порядке. Thank you.
been good. Ten tatet. Проксила! Моя смерть вам не поможет. Слава Флавию! Она целительница. Не понимаю, как она могла. Жрица, это она пытала тех людей. Она целительница. Не понимаю, как она могла. Я бы сожгла здесь все дотла, если бы могла. Сюда пришло ужасное зло, Баек. Я опасаюсь за судьбу любимой Киренаики. Мелита была безумна. Тот артефакт, который Флавию использовал, он принес его сюда. Я понял, встретив Криуса. Будто что-то вгрызалось в мою голову. Так он действует. Пожирает разум, как паразит. Управляет людьми и превращает их в рабов. Наши судьбы в наших руках. И мы будем за это сражаться. Мелиту нельзя было спасти. После такого я бы сама перерезала ей глотку. Спасибо. От меня и от Балагре. Мы о таком и просить не могли. Я сделал это по своей воле. Пока свобода что-то значит. Тебе не надоело постоянно со всеми прощаться? Отчасти, да. Но это мой путь. На нем те, кто вселяет в меня надежду. Твоя земля не умрет, Проксила. Ты ее целитель, ее защитник, ее Меджай. Для нас пришло время стряхнуть с себя безумие, Баек из Сивы.